Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Мы с дачи едем в город Пермь, в Леруа Мерлен. У нас ремонт, нужно докупить стройматериалы. Но, конечно же, друзья, заглянем в цветочный отдел обязательно. Встречаемся там! Хочу свой обзор начать с прекрасной композиции. И посмотрите, с очкариками, горшками. Вот тут маленечко. Я вас посмешу, чтобы вы улыбнулись перед тем, как будет обзор, друзья. Улыбаемся и смотрим. Начинаю свой обзор с цикламенов. Кто поклонники цикламенов, кому они нравятся, здесь все цвета есть. Бонсай, кто любит бонсай, посмотрите, как можно их сделать. Их несложно делать совсем. Вот тут на штамбе есть, их совсем несложно делать. Так, здесь у нас антуриум или мужское счастье. Название, цены я вам показываю. Вот название, цена и вуаля, растение. Антуриум, только другого сорта. Здесь малютки. Вон там вдалеке, по-моему, пепперошку вижу я. Или что это? Тут тоже все маленькие растения, крошечки. Англоанемки. Лист какой большой, красивый, как будто бы мы в тропиках. Больше руки. Очень красивая англоанемка. Да, и цена тоже красивая. Уж очень красивая. Ах. Здесь другая глонемка. И цена меньше. Маранта. Перед тем, как делать обзор, я все обошла. В этот раз маранта только один сорт. В конце видео покажу, там уценочка есть. Но такая уценочка, там такие растения, что спокойно можно их выходить. Шифлера. Кстати, она есть еще и на уценке. Вот ту шифлеру спокойно можно выходить. Филодендрон Биркин. Тоже красивые листья. Очень красивые листья. Достойная диффенбахия. Алоказия. Кстати, на уценке тоже есть алоказия. Классная, вообще классная. Такой лист кожаный есть. Ну, все, это все в конце покажу. Не буду забегать вперед, друзья. А сейчас смотрим прекрасные, хорошие растения. Фитония. Цены поднялись, да? Поднялись. По-моему, фитония была за 400, по-моему, чем-то, если мне не изменяет память. По-моему, так. Так, диффенбахия, микс 513. Вот, друзья, перед этим видео я показывала вам обзор орхидеи. Вот там цены нормальные, а здесь что-то... Что-то с чем-то. Есть, в принципе, и хорошая цена. Есть и хорошая цена. Есть и такие... Так, далее смотрим.
читайте, смотрите цены. Я все потихонечку, видео делаю медленно, чтобы вы могли прочитать название и посмотреть на цены. И выбрать себе растение. О, цикас, цикас. Он у меня уже есть, я его уже купила. Но кто смотрит мой канал, тот видел, что я его приобрела. Вот нужно только было делать с вами пересадочку, заняться. Папоротничек, замиокулькусы. Разные. По высоте большие, маленькие, сансевьерии. Так, агланемка, тоже какой лист большой, классный, да? Две моих руки. Красотун. Сейчас название вам покажу. Алоказия, розовый дракон. Видите, стебелечки у него розовые, у нее розовые, у алоказии. Поэтому называется розовый дракон. Таких малюток очень много. Совсем-совсем малютки. Калатеи. Калатеи микс. 543 рубля. Монстеры. Читайте название. Вот цена. Кому не видно, друзья, приближайте. Ой, как нравится мне, как нравится этот лист. Очень красивый лист, друзья. Ефимбахия рефлектор. 14 000. Очень красивый лист. Налина. Или слоновая нога, или пробковое дерево. 4 258. Далее у нас юка, да, 2 555. Друзья, я все еще под впечатлением после той дефимбахии. Так, это Дефенбахия Микс. Ну, там такой лист классный. До сих пор. Под впечатлением. Классная. Так, гланемка. Это тоже микс. Здесь разные растения. Так. Монстера. Сейчас я так буду идти тихонечко-тихонечко, буду идти медленно. И смотрите растения, смотрите цены. Если не видно название, приближайте, друзья. Я медленно-медленно пойду. Я думаю, что вам видно. Вот я иду, мне видно название. Ой, красотун, красотун, красотун. Алоэ Ред, красотун. Здесь тоже есть чему глаз зацепить. Кактусы, друзья, суккуленты сейчас буду вам показывать. Тут тоже
медленно буду идти и вам показывать. Видите, пустое место есть, пустые местечки, значит, уже разобрали. Кактусы хорошо, друзья, разбирают. И, ну, еще у нас праздники впереди. Старый Новый год, друзья. Крещение. Так что, друзья, цветы разбирают. И себе, и на подарки. Приходите, это город Пермь. Леруа Мерлен, друзья. Асплениум Микс 1718. И вот это растение мне тоже очень понравилось. Оно такое зеленовато-голубое, как будто бы зеленовато голубой и как будто бы иней на ней красивая. Флебодиум Давана 977. Красивое растение. Достойное, друзья. Достойное растение. Так, это у нас Калатея. Тоже очень классные, красивые, друзья, достойные растения. Пеперомии. Набрали цвет уже, набирают цвет, друзья. Каланхоя разного окраса. Белая, желтая, розовая, красная. 1555. Вот я отошла тоже подальше, чтобы показать вам общий план. Все, друзья, видно. Антуриумы тоже разного сорта. Вот антуриум люкс микс 1420 рублей. Другой сорт. Андре Кутюр Микс. Антурим Джоли. И Спатифилу. Какие парус. Какой парус выкинул красиво белоснежный. Большой, красивый свит Лауретта с патифилум. Бегонии, белая, розоватый, и вот там как желтовато-розовый какой-то такой цвет. Малютки здесь. Тоже смотрите, приближайте. Кодиум кротоны, они же кротоны. Кто как их называет. Тоже здесь малютки стоят. $398. Ананасы. Видимо, на Новый год не успели разобрать ананасов. 2998. Друзья, как погода у вас? У нас холодина-холодина. Никак не потеплеет. 30-25. Ой. Так, и тут тоже не отвлекаемся. Вот, друзья, здесь уценочка. Растения достойные, спокойно можно их выходить.
Вообще ничего страшного. Я все растения пересмотрела, все-все пересмотрела. Спокойно можно выходить. Вот старая цена, слева старая цена, справа новая цена. Анториумы. Я не знаю, почему их убрали в оценку. Достойные, классные. Это тоже можно спокойно выходить. Вот новая цена 1680. Так, и вот там слева старая кала. Друзья, ну серьезно, спокойно можно их выходить. Так, вот старая цена 1555. Сейчас поверну. Новая, так, 900 или 800, 933, по-моему. Ну, а тут что не то? Кактус. Я не знаю, почему тоже его уценили. Прекрасный экземпляр, классный суккулент, классный кактус, классное растение. Непонятно. Ну, ладно, им видней. Вот тоже малютки совсем. Посмотрите, какие малютки, малютки, малютки. Антуриумы. 574 цена новая. Старая 820. Ну, так что за антуриумы. Ну, и за другими растениями тоже, друзья, приходите. Может быть, то, что он отцвел, поэтому сделали уценочку. Вот говорила про эту шафлеру. Видите, уже начинает расти. Тоже спокойно можно ее приобрести вам. Новая цена 1088. Так. Вот старая цена 1555. Так. А вот и алоказия. Посмотрите, тоже прекрасная. Но вот маленечко точки. Вот точка коричневая. На листочке, но листочек прекрасный, растения тоже прекрасные. Лист такой кожаный, классный. Так, вот новая цена, вот старая цена. Но растения, друзья, классные. Фикусы тоже на оценке. Посмотрите, какой громадный. Тоже не знаю, почему ценяют. Может быть, то, что долго стоит, давно стоит, может быть, поэтому уценили. В два раза, друзья, уценили его. Так, этот фикус посмотрим. Вот такой, друзья, обзорчик получился, а мы уже дома. Пока-пока. Цветочного настроения.